происходит с собакой, если кормить ее холистиками. Дали попробовать холистик. Блин, надоело. Шумить, я не буду это терпеть. Короче, маленькой очень хорошо зашел корм, дебаг, и мы решили продолжить. У нее так блестит шерстка, хороший как выход. Да, как раз наслиняла. Ну вот, короче, чувствует себя классно, энергично. Поэтому мы заказали еще один такой вот мешок. Здесь прям чиха нарисована. Тот был чисто для щенков, короче. Но чуть больше кормунки были, а здесь прям... Хе-хе-хе-хе! Косточки! Не. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну и Капелли привезли попробовать классный холистик. Мы дали попробовать ей и мелкой. Беззерновой. Debug Sense. Это полнорационный гипоаллергенный монопротеиновый корм с мясом ягненка, предназначенным для потребления человеком. То есть мясо ягненка предназначалось для потребления человеком. С высокой усвояемостью, специально разработан для собак всех возрастов с чувствительным пищеварением и идеально подходит для собак с пищевой чувствительностью к мясу курицы и другим видам мяса. Здесь можно найти полный подробный состав, аналитический, все добавки, дозировку, очень понятный и удобный сайт, на котором вы можете найти не только этот корм, но и корм для котят, любых собак, любой, собственно, тип корма. И заказать все это можно на сайте debugshop.ru, ссылку на который я оставлю в описании. Это жена когда-то брала для своих клиентов подушку попробовать, да. И, ну, не очень удобно, и мы решили вот поиграть с собаками, короче, этой штукой. Попробовал Наполеон. Лилу ее, правда, сразу покусила своими саблями. Быстренько. Ну и пофигу так-то. Вечно, короче, она отжимает игрушки у Капеллы. То они вот за это вот борются, дерутся. Пойду поборюсь такая. Лилу, она не в той стороне. Ну, уже пофигу. О, все. Лежала, никому не нужна была. Mm-hmm. Теперь здесь будет вопрос. Титан. Девочки, да скажу я вам еще. Мясо какое. Сейчас завалит ее. Точнее. Вырвется и завалит ее. Лилу завалит? Да-да-да. Смотри. Сейчас она ее... Ха, свалила. Давай, Лилу! Давай-давай-давай. На! Победитель. Мелкая, кстати, стала больше слушаться. Сегодня я ее к себе подозвала, она мешала жене убираться. И она, короче, пришла такая, сразу выставила мне пузо, типа, чеши, все ништяк, я буду лизать твою чесащую, чешущую руку. Чешущую. Короче, чешущую. Да, я вот что, врубил камеру, нам пришли носочки. Duck socks. Non-skid. Короче, с лягушками, такие прикольные. Здесь, видимо, они прорезиненные, открывай. Это не тебе. Не тебе, Капелла. Какая штучка. Ой, они с манжетиками, прям как носочки. Все как надо.
Такая штучка. И здесь лапка прорезиненная, короче, чтобы ей было удобно шлепать и не подскальзываться в этой всей штуке. Пиум, 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 пиум. Лилу, у тебя своя тарелка. Пиум, 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 пиум. Давай мерить. Давай мерить. Ну, мне кажется, как раз и будет. Я заденем и пойдем с кабанами знакомиться. Ой, не получается. Зацепился. Носочки. Чтобы лапушки не мёзли. Видишь, как ешь, что? Видишь, какой трешак тут у нас. Завели непонятность какую-то, делать надо. Угу. И все. Давайте посмотрим на это. На лапах лягушки. Давай, прыгай. Эффект лягушки. Да. И нет, мы не издеваемся над собакой, просто дома холодно, и нужно ее приучать к носочку. Да, ну и к обуви, может быть, потом она такая мне прикольная, не очень с нравится, эффектом лягушки. Лило, чё жрёшь? Иди сюда, иди ко мне. Ой, мы слетели. Да? Лило, иди сюда. Они, кстати, и большеватые, вот эти вот манжеты. Чуть-чуть, может, она подрастет в объеме, и тогда будет нормально. Самый маленький размер. Да? Ну, тогда можно будет подшить или... Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Шнурочки можно там пропустить какие-нибудь. Злюка такая. Вот чё жрёт. Вот нашел какую-то... А, вот упаковки. Все они посмешали. Куда-то еще один слетел. Вот. Ну, видишь, да, так вот, как в детстве, знаешь, носишь, они у тебя сползают, короче, мешочки. Иди сюда. Ну, идем, идем сюда. Сейчас я знаю, как сделать, чтобы она прибежала. В стороны разлетаются просто тапки. Ей очень просто понравился ее корм. Такой он тоже у тебя. Иди сюда, на. На. Короче, они и большеваты, либо в манжеты вставлять шнурочек какой-нибудь и завязывать, либо подшить просто их, либо забить. Ты уже смотри, что сделала. Уже затяжечку сделал? Конечно. А ребенок ты, ребенок. Кстати, и вообще подросла, у нее прям длинные такие лапки стали, мы посмотрели, как она выглядела, когда мы ее забирали. Намного меньше была. Моись. Давай кабанов притащу. Ой, не тут. О, закрой глаза ей. У нас сейчас будут кабаны. Сейчас мы расставим их. Побежь, тихо. Идем. Все, готово. Сейчас будет. Так, сразу? Их надо бибехнуть. Тоже можешь, да? Иди сюда. Все, тихо. Лилу, ну тихо. Иди. Испугал бедную. Ой, маленькая, ты чего аж? Ой, холка, смотри, как поднялась. Не прячься. Иди. Познакомил, да. Иди, не бойся. Видишь, капелла ходит, нормально все. Видишь? Кабанчик хороший. Да ничего, нормально. Хоть первый раз холку подняла. Сойдет.
Не боись, не боись, Лилу. Смотри. Смотри. Че, не видела до этого никогда? И такая смелая подбежала, нюхать, а тут они, оказывается, еще хрюкать могут. Да не бойся. Ой, какая надыбленная. Это интересно. Ага. Готова свалить. Да не боись, не боись. Он сейчас тебя загоняет. Ну все, не пугай ребенка. Сама подойдет потом. Боится. Аккуратно, аккуратно. И втопила. Видишь, даже Капелла не понимает, что ты хочешь. Не. Смотри, Капелле пофигу. Вот, видишь? Лилу, смотри. Лилу. Вот он где, смотри. Вот, смотри, Капелле как пофигу. Видишь? Ходит по твоей собаке. Видишь? А ты боишься. Да. Надо поближе ее, чтобы она... Что, она дурочка, что ли? Надо понюхать там, не знаю, что-нибудь. Иди сюда. Что ты? Не боись, не боись. Это игрушка. А, не хочу, не хочу, не хочу. Видишь, ничего не произошло. Переживает. Все хорошо, все хорошо. Капеш, расскажи ей. Че она, да? Все, защитила, защитила мелкую, молодец. И ты тебя боишься, не бойся. Ну и пусть валяются, пока не привыкнет теперь, че. Кстати, на мяч большой она вчера никак не отреагировала. Да, мы хотели, думали, мяч она тоже как-нибудь, что-нибудь будет вытворять, а она нет. Ну боится, не. А так смелая. Ты что, ее играть зовешь? Угу. Вот, кстати, как она ее зовет играть. Бомбашку. Конечно, не только у нас Лилу достает Капеллу, но и Капеллу тоже вот так он достает Лилу. Ну и, короче, это мясо может продолжаться очень долго. Весь день. Долго снимать, да, но не буду. Игры у них стали еще более такие активные, они могут здесь носиться как пули, особенно мелкая. Ой, она аж оскалилась такая. Его? Ага. Девочки, что за мясо? Капеш, аккуратнее играй, пожалуйста. Ну ладно, я лягу отдохну. Девочка моя, девочка. Ясь. Так пугается. Кобыла такая, что ты боишься? Да в чем мою собаку засыпали? Мой. Вот что? Вот что, знаешь? Да, похоже. Похоже, Капелла теперь защищает кабанов. Ты такая, нифига.
Ты боишься их, да? На тебе. Учит мелкую, учит. А та все боится спрыгнуть к ней. Короче, зато я теперь понял, что пищала она по детству из-за испуга. Не из-за того, что Капелла ее там задела, а из-за того, что Капелла рявкнула, и та начала ныть, и испугалась, и убежала. И, короче, так вот оно было, как кабана сегодня. О, пошла смотреть. Чуть ли не лежа. Вот, вот так вот. Если бы не Капелла, не знаю, сколько бы она еще боялась. И как бы вообще отреагировала потом. Типа, какой отпечаток бы это оставило. А теперь она смотрит, Капелла с ними играет. И можно поиграть тоже. Но страшно, блин! Капец, молодец у нас прям. Учит деваться. Капьёш, покажи, как надо играть. Покажи, покажи. За игрушки бывает дерутся, но не серьезно, так чисто вот там. Камера села у меня, мы теперь достали другого ей. Она пытается понюхать его. Козявит. Как с сосками. Успокой мелкую Капеллу. Че она? Да ладно, ладно. Ты сейчас капнет. Сделай так. Нет? Ладно. Я, короче, взял Лилу на руки, пытаюсь ее познакомить. Она, короче, голову прячет и не хочет на это смотреть. Лилу, смотри. Все хорошо. Давай большого. Издевается, как хочет над ребенком. Тренировали ее, чтобы она ничего не боялась. Видишь, бабака забрала. Бабака забрала-ка. Вот, видишь, смотри, какая. О-о-о. Мне кажется, она сознание теряет. Периодически отключается. Все, иди давай.
Белла любит носки. Спасибо, папа, что ты носила. Спасибо. Отдала? Да. Угу, молодец. Молодец, Капелла. Лилушеньку надо привыкать. Ну, если летать с ним. Особенно задняя, она бежит, они прям разлетаются. Бесоебите. Уже делят, короче. Но она все равно побаивает. Ты же на кошку похожа. Зачищать пришел. О, она и с этим познакомилась уже. Все. И все, уже не страшно, уже дай поиграю. Смотри, сколько шерсти от твоей собаки. Да жесть, а твои тоже есть. Это наша. Капеллы тоже можно, конечно, иногда угорнуть. Что-нибудь она занята, ты занята, ты подбегаешь сзади такой спокойненько и резко за жопу такой, хватит. Подбегаешь. Резко, спокойненько. Ну да, подходишь, типа. Давай, идем поцелуемся. Молодец сегодня, Лилу. Он прям в рот. Нет, грызет. Все сразу, сок убиться. Нормально. За часов 5 привыкла, короче. С той стороны не хрюкни. И хочется, и хрюкни. Деловая сила. Лилу, а кабана ты несёшь? Вы тяжелее? Конечно, он как она. Нормально, тебе. Молодец. Все любимые игрушки. Свинюшки. Игрушки-свинюшки. Ну и все, теперь она как будто жить без них не может, выпрашивает, теперь жена забрала и вот так вот, отдай. Капелла подстраховала. А если обнимать бы? Боялась сначала. Капелла просто смотрит в бесконечность. Она не может забрать оттуда, из-за Капеллы его забрала. Все. Все, отдыхай. Помещается даже вся
вся пятачок, вся пасть. Пофигу. Зазывало, блин, только камеру включил, все закончилось. И вот на следующий день она уже спит с ней, со свинюшкой. Малыха, сразу по зяку.